Школа рисования. Рыбакит, папа рисует. Друзья, привет! Вы на канале Рыбакит. Тут два силача. Меня зовут Ваня, а это Павел. Бублик. Павел Иванович. И он рисует со мной, кодит мне бота в телеграм-канале. А мы рисуем сегодня бан-бан. Рисуйте с нами. Кого рисуем? Как ее зовут? Подушка! Капитан Фидл. Я его назвал подушкой, потому что он какой-то фиолетовый. Начинаем рисовать фломастер. Хватай, рисуем. Давай, вот так, сверху, смотри, вот так вот. И раз, сразу пересек, вот так вот, да. Пошире, пошире, пошире. Вот все-все-все, вот так вот. А теперь вниз идем. Вниз руки опускаем, вниз. О, гаден он, бам-бам. Бан-бан гаден, или как он называется? Как называется, Павлик, точности? Бан... Ой, подушка. Нет, это подушка, это этот называется герой, этот монстр, подушка. Я его назвал подушка, а так он, наверное, хороший парень, наверняка в школу ходит, получает хорошую оценку. Нет, он не ходит. Не ходит, думаешь? Да, не ходит. А мне кажется, он ходит, он такой добряк, я чувствую, что он добрый парень. Там мячики как и ходят. А, только мячики ходят в школу? И этот человек, за которого играет. Человек, за которого играет. Он ходит в садик, я понимаю, еще в садик. Нет, это школа, там идут вопросы. Это школа? Я в такую школу бы с удовольствием ходил. Там ярко все хорошо, да? Здоровое питание. Берем фиолетовый цвет и раскрашиваем, ребят. Кисточку. Смотри, Павлик, как держать кисточку. Я тебе покажу. Смотри, вот так держишь кисточку. Вот так вот, как ты держишь, да. А вот так. Смотри, тогда легче раскрашивать. И точнее получается, не размазывается, понимаешь? Раскрашиваем фиолетовым цветом. Хотя можно, как там, капитан Фидлс? Капитана Фидлса по-разному раскрашивать. Я знаю, его раскрашивают, по-разному придумывают. Мне нравится, что это можно поэкспериментировать. И потом дети, когда рисуют свои страхи, потом они перестают бояться, да, Павлик? Нет. Или они так боятся, что ай-яй-яй-яй, кричат «мама» каждый вечер. А если они думают, что нарисуют с нами? А если своего... мамы нету, то «мама, папа, бабушка, ну, дедушка». Да, да, да. А дедушка, да. А если они нарисуют своего вот этого чудовища, монстра, который за ним бегал, вот, а им лучше станет? Наверное, нет. Нет, думаешь? А мне кажется, когда ты рисуешь, ты спокойнее. Ты говоришь, он под контролем. Ты нарисовал, ты уже не боишься ничего. Ты его в клетку засунул. Ну, хочешь, клетку посади, хочешь, еще как-то. Все в твоих руках. Ты можешь сделать его добрым и сказать, этот парень добрый, он смотри, меня... Смотри, если мы рисуем этого человечка и засунем его в клетку, то почему-то он в игре все равно остается. А не надо играть в игру просто. Не надо играть в игру. Просто оставайтесь дома и читайте книжки, рисуйте рисунки. А если рисуете бан-баном, то рисуйте с нами. И тогда вам будет не страшно. Давай посмотрим, сколько у нас зрителей. Смотри, зрителей есть. Много. Даже очень много. О, как много. Я очень рад. Ставьте лайки. Мы видим ваши лайки. Вот, и это очень хорошо, потому что мы видим, что вам нравится. И мы хотим больше подрисовать. А тебе лайки застучатся? Лайки оставили, дизлайки, лайки, да, все дизлайки перевели в лайки, и теперь я получаю в два раза больше лайков, потому что все мои дизлайки, как я криво рисую. И серым дорисуй тень, Павлик, пожалуйста, да. Чтобы у нас самый лучший рисунок был тень, так, и тень, вот так. Нет, ну постарайся, вот так, и вот так. Ты, Павлик, опять не старайся, еще раз я опять тебя звать не буду, потому что ты вредничаешь немножко. Надо, ты насмотрелся бан-бана, наигрался, и теперь боишься. Не бойся, Павлик. Я тебя съем. Давай в конце порекламируем наш телебот. Да. Ну, чтобы ребята заходили. Да мы уже это делали. Ну, а если люди ушли уже? Ребят, приходите в наш телеграм-канал «Рыбакит, папа рисует». Там много нового, все новинки там идут, все ролики там идут. Ну, самый модный, самый современный. И у нас есть телеграм-бот, «Рыбакит-бот» называется. Там котик такой классный-классный, такой, как я. С ним можно поиграть в игру, это задавать вопросы. После этого гороскоп, он вам пожелание даст. Классную картинку с рыбакитом, который, кто там, Касперский нарисовал нам, да? Нейросеть нарисовала. Касперский — это антивирус. Да. Кандинский. А, Кандинский, да-да-да, Кандинский. И еще теперь у нас есть теперь дейлики. Я еще сегодня рекламу не дал, но вы первый, кто узнаете дейлики. Это значит, вы нажимаете кнопку, вам задание. Что сегодня нарисовать? Новый дейлик пришел. Да, но сегодня, прямо сейчас. И как нарисовать, чем нарисовать и кому подарить. Это здорово, можно участвовать в такой игре. А завтра мы сделаем игру, да? Угадайте. Давайте скажем, что сейчас в этом в дейлик какой. Ну, а как мы узнаем? Ну, типа, зайдем? Сейчас вон дейлик новый. Ну, дейлик. Ты вот перепрыгиваешь с одного на другой. Я не рассчитывал на это. Дейлик.
Дейлик. И сейчас у нас, знаешь, что это такое? Маршмеллоу. У меня Арина попыталась нарисовать, сказала, нарисуй зефирку. Это зефирка, которую жарят. Так что сегодня рисуем сейчас, конкретно в этом часе. Это рисуем не зефирка, это зефира. Это зефирка. Зефир. Я это называю зефирка. Школа рисования. Рыбакит папа рисует. Школа рисования. Рыбакит папа рисует. Арт-папа для вашего малыша. Привет, я Ваня, приглашаю вас в мою школу рисования для детей «Рыбакит папа рисует». 10 лет я рисую с детьми. Миллионы ребят рисуют со мной каждый день. Главное – это увлечь рисовать. Я так думаю. Что вы можете найти в школе «Рыбакит папа рисует»? Это, конечно же, курсы от автора. Курсы нацелены на то, чтобы ребенок попробовал все. Акварель. Это первые рисунки акварели. Они простые, но понятные, и ребенок справится. Это гуашь. Как пользоваться гуашью, чтобы был первый опыт. Также смешанные техники, когда мы рисуем карандашами, мелками, раскрашиваем акварелью, есть лепка и аппликация. В школе доступен абонемент на год, когда вы можете подписаться и в течение года посещать все курсы, которые вышли или будут выходить в школе «Рыбакит папа рисует». Также есть индивидуальные занятия, когда в течение часа мы встречаемся с ребенком по удобным вам соцсети, например, Zoom, Skype или Яндекс. Мы рисуем, общаемся, знакомимся, делимся своим опытом и позитивом. А такие встречи могут быть постоянны, по желанию родителей. Еще одно предложение в школе рисования «Рыбакит папа рисует». Рисуй как ютубер. Что это значит? Когда мы с ребенком делаем студию в его комнате, собираемся, встречаемся по сети, конечно же, записываем наши ролики и делаем единую передачу вместе. И она выходит на канале «Рыбакит». Это многим нравится. Такой эксперимент я уже проводил, и это интересно. Так что запомните, что это возможно теперь. И еще раз напоминаю, что цель школы «Рыбакит папа рисует» — это увлечь ребенка рисовать. Всем хорошего дня!